Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. Такие люди ради благих намерений могут решиться даже на ложь. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Символом этого имени является планета Сатурн. Звук «О» не у всех вызывает положительные эмоции, многих настораживает. Значение буквы «Т» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильной оценке своих сил и возможностей. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. Владелец этого имени должен бороться со своими недостатками и дать возможность проявиться своим многочисленным достоинствам, таким как умение руководить большими коллективами, ясный ум, деловое чутье. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Упрямство и завышенная самооценка мешает обладателю буквы «Х» в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Буква «Р» в имени символизирует решительность, высокую работоспособность, умение правильно анализировать ситуацию. Из негативных черт характера могут проявлять алчность и быть чересчур амбициозными. И это в первую очередь балансирование между материальным и духовным. Люди с этим именем умеют обращаться с деньгами. Значение буквы «Ф» говорит о потребности быть первым, блистать в высшем обществе, пользоваться всеми жизненными благами, всегда быть в центре внимания, но противоречивость характера мешает простодушному обладателю имени с буквой «Ф» осуществить и половину задуманного. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Нередко эти люди оказываются в центре внимания, щедро пользуются своим положением для извлечения выгоды. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.